Добрый день, перед нами холодильничек Липхер, 85 сантиметров. Сверху у него находится небольшая морозильная камера. Обычный механический, здесь у нас находится термостат. Модель Т1504. Производство в Болгарии. Компрессор у данной модели китайский идет, фирма Jaxperia GT1080Y. Проблема у данного компрессора, он заклинил. Сейчас давайте включим и посмотрим, что будет происходить. Ток 2,5 ампера, компрессор гудит и не запускается. Собственно говоря, такая же проблема, как на предыдущем видео у холодильника Занусь. После срыва склина давайте сейчас посмотрим, какой у него будет ток. Компрессор запустился, ток упал в 0,3 ампера. Компрессор запустился и пошел. Так, давайте теперь вскроем систему и посмотрим наличие газа. В принципе, предположительно, так как холодильник Liebherr сейчас это очень плохое качество данных холодильников, неважно большие, маленькие, есть предположение, что система у данной модели холодильника пустая. Давайте сейчас вскроем и посмотрим, есть ли наличие газа. Это, собственно говоря, все, что здесь есть. Холодильник пустой. Задняя стенка у данной модели вздулась. Издутие достаточно приличное. Давайте посмотрим, как уходит быстро давление. Собственно говоря, нельзя сказать, чтобы давление летело, но тем не менее утечка явно присутствует.